Развивающие клубы для детей, частные школы и центры реабилитации. Бизнес-проекты этих направленностей в России признали общественно полезными. В Ульяновской области разрабатывается большой нормативный акт, где пропишут понятие социального предпринимательства и меры поддержки для полезных бизнесменов. Социальное предпринимательство решает либо смягчает социальные проблемы, но предпринимательскими инструментами. То есть это все-таки предпринимательство. Все-таки это извлечение прибыли. Стоит отметить, что 80% социальных подрядов созданы женщинами. В гости к предприимчивым дамам отправилась наша съемочная группа. Екатерина Списивцева основала вокальную студию в Заволжском районе. Бизнес-вумен обучает детей эстрадному пению. Вообще, я сама занималась давно этим делом. У меня был замечательный педагог. Для меня пример во всем, и я хотела так же. Екатерина арендует небольшое помещение и в будущем планирует расширяться. Не собирается останавливаться на достигнутом и Людмила Никонова, управляющая сети детских развивающих центров. Пока что для ребят открыты два филиала в центральной части города. В скором времени учебно-игровые площадки появятся и в других районах. В данный момент мы планируем открываться в Заволжском районе. И сейчас наш основной филиал был раньше по адресу Буинская, переулок Буинский 1. Сейчас мы переезжаем в большое здание, двухэтажное, мы расширяем площадь, у нас увеличивается пространство для новых групп, для новых направлений. В Российской Федерации воплощается нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его направление входит помощь соцбизнесу. В качестве поддержки могут быть введены компенсации части затрат на ЖКХ. Предоставление оборудования, ремонт помещений и снижение налоговой нагрузки – такие условия создаются для предпринимателей. В Ульяновской области по инициативе губернатора уже действуют льготы для социально ориентированных компаний. Фонд развития и финансирования предпринимательства выдает займы по сниженной ставке 5% годовых. Виктория Чиркова, Артем Куранов, новости Управды ТВ.